Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Nord 4. И сейчас я покажу вам, как... Точнее, сейчас мы вместе с вами будем первый раз его настраивать. Итак, нажимаем на стрелочку, выбираем язык. Нажимаем «Далее», выбираем регион. Нажимаем «Далее», «Далее». И здесь мы можем настроить наше устройство с помощью какого-то другого устройства. Я же нажму «Пропустить» и буду настраивать вручную. Здесь мы можем подключиться к сети Wi-Fi. Для этого выбираем сеть, вводим пароль. Можно, конечно, пропустить этот шаг. Нажимаем «Далее». Здесь можем скопировать приложение и данные со старого устройства. Можно нажать «Далее» и проследовать инструкции. Я же нажму «Не копировать». И мы можем войти в Google аккаунт. Вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». И здесь нажимаем «Принять». Здесь можем дальше выбрать поисковую систему и браузер по умолчанию. Выбираем, нажимаем «Далее». И здесь выбираем поисковую систему, нажимаем «Далее». Можем настроить способ снятия блокировки. Я выбираю пароль, выбираю графический ключ. Нажимаю «Продолжить» и ввожу пароль один раз, далее второй раз. Нажимаю «Далее», «Продолжить». Можем подключить Google Pay. Для этого можно нажать «Добавить карту» и сделать все, что нужно. Я нажму «Пропустить». И здесь нажимаю «Нет, спасибо». Нажимаю «Дальше». Можем настроить вывод на экран, то есть размер шрифта. Это может быть по умолчанию, либо средний, либо большой. Нажимаем «Далее». И выбираем способ навигации. Нажимаем «Готово». Нажимаем «Начало работы». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.